Российские ученые впервые оценили характер загрязняющих веществ, попадающих из рек в Белое море. В ходе специальных исследований на Северной Двине и Онеге выяснилось, что из частиц антропогенного происхождения, то есть связанных с деятельностью человека, почти 60% составляют искусственные полимеры, проще говоря, пластик, очень опасное вещество. Эти данные получены благодаря применению учеными Океанографического института нового метода анализа воды. Он просто новый, то есть как бы раньше такие исследования в принципе не проводились, то есть не было задачи такой. Пока вот этот метод, он наиболее удобный и наиболее как бы такой показательный, то есть мы получаем действительно данные о регулярном поступлении мусора в море. Микропластика, который уже тоже наносит непосредственный вред и живым организмам в море, и рыбам, и потом может передаваться и человеку, в том числе через морепродукты, через рыбу. И, безусловно, разработка этих методик для последующего мониторинга – это шаг к тому, чтобы реки в результате стали чище. То есть мы работаем исключительно движимой вот этой идеей, чтобы сократить производство пластика, чтобы сократить поступление его в моря. Потому что производство пластика растет огромными темпами, и никакие методы очистки не сопоставимы с скоростью поступления его в море. Перед исследованием Белого моря ученые провели изучение другого, Черного моря, также с использованием нового метода. В перспективе он будет применяться и в других регионах, что впервые позволит определить, сколько же мусора на самом деле попадает в моря и океаны, омывающие Россию.